Ну, это что, удилище пришли? Да, пришли на удилище. Крепление для катушки. Все. Аккуратненько, лаком закрыто. Очень легкая карбон. 6-литровая. Тянется так. Удилище, 5 метров, вру. 5 метров удилище из карбона. Очень легкая. Сейчас посмотрим крепление для катушки. Как. Все, берегись, рыба. Вся будешь поймана. Ставил сюда, прижал, прижал здесь, закрыл замок. Все, катушка установлена. Круто. Тоже снимается. Я вот перевел. И гидерные удилища. Здесь у нас. Сегментная нижняя часть. Два сегмента верхних. Это 3-метровые. Два сегмента верхних. Ставил так. Ну, 3 метра? Да, тут крепление обычное, резьбовое. И в комплекте идут запасные вершинки. Кто? Вершинки. 2 запасных. Поскольку они иногда могут ломаться, вершинки сменные. А здесь а ты вот это не показал. Она такая же. Что за плетенка еще? Плетеный шнур. Ноль 16 это на поплавочную удочку. 2 по 0,25. Это на. Вот выдерживает почти 20 килограмм. И таких у тебя 3 штуки, что ли, одинаковых?
На две этих катушки. И на одну, которая там. Ее надо будет перемотать. И пользоваться. В перемотке ты мне поможешь. Сейчас, что ли, мотать? Это не так долго. И так мотать, мотать. Угу.